Мы находимся в торговом центре «Горки Молл» в магазине «Кант». И сегодня я расскажу о моем выборе городских рюкзаков. Среди всей линейки рюкзаков «Дойтер» я выберу вот такой рюкзачок. Дойтер Степаут 22. Первое, на что хотелось бы обратить внимание, это, конечно же, спинка. Спинка у всех рюкзаков Дойтер почти одинаковая, и она называется Air Stripes. Air Stripes, на мой взгляд, это одна из самых эффективных спинок, которые я встречал. И очень важная деталь, на которую надо обращать внимание всем, кто выбирает рюкзаки, это то, что вот эта вот сетчатая поверхность внизу, она закрыта дополнительной вставкой из материала, который препятствует ее стиранию. Еще одна отличительная особенность Дойтера – это лямки. Лямки очень удобные. И фирма, имея огромный опыт в разработке туристических рюкзаков, просто перевела эту спинку на городские рюкзаки, и этот комфорт можно ощутить прям с первого раза. Эти лямки достаточно толстые, но это прибавляет им комфорт. Если посмотреть на саму структуру, сеточка, она немножко заходит на внутреннюю сторону, и это сделано специально для того, чтобы при соприкосновении с телом создавать больший уровень комфорта. На мой взгляд, у рюкзаков Дойтер, у городских, есть излишний функционал – это поясной ремень. Мне поясной ремень ни к чему, поэтому я его отстегиваю. Здесь он легко позволяет это сделать, но я ни за что не променяю грудную стяжку. Грудная стяжка – это очень важный элемент, очень полезный, который не позволяет рюкзаку ходить из стороны в сторону. Если обратить внимание, то здесь есть специальная петля. Петля с резинкой, и она растягивается до определенного предела. Здесь есть петли, которые позволят прикрепить к внешней части рюкзака какой-то груз. Здесь есть вот такая небольшая петелька, которая есть только на рюкзаке Step Out. Почему-то в этом году Дойтер сделал только на этой модели эту замечательную деталь. Здесь есть светоотражайка, и можно прикрепить вот такой маячок, который в ночи будет очень помогать тем, кто передвигается на велосипеде, и давать сигнал водителям о том, что где-то там впереди едет велосипедист. Это очень удобно, и всем велосипедистам я настоятельно рекомендую выбирать рюкзаки именно с такой штучкой. Сбоку мы видим эластичный карман. Он достаточно небольшой, но бутылка для воды сюда входит. С другой стороны у нас есть карман, который я часто использую как очечницу. Он достаточно просторный, очки требуются часто, поэтому смело кладем сюда очки, и иногда даже я их достаю прям в процессе езды на велосипеде. Карман внешний, он достаточно объемный, уходит прям вот сюда. В этот карман можно положить какие-то вещи, которые понадобятся очень быстро. На рюкзаке Step Out есть боковые стяжки. На мой взгляд, это очень удобная вещь, которая должна присутствовать на рюкзаках. Их я использую для переноски каких-то грузов, которые уже не вписались во внутренний объем, и прикрепляю их снаружи. Например, это может быть кофта или куртка. Продеваю в эту часть, застегиваю в этой, и все, можно двигаться дальше. Еще на что хотелось бы обратить внимание, это две ручки. Эта ручка нужна для переноса рюкзака, а вот эта вот маленькая ручка, она нужна для того, чтобы рюкзак куда-нибудь повешать. У Step Out достаточно объемное внутреннее отделение, и органайзер находится внутри. Очень аскетичный органайзер, сюда не поместить ручки и еще что-то, но есть такой карабинчик для того, чтобы цеплять ключи. Если поместить руку внутрь, то можно нащупать то, что дно у рюкзака мягкое. Тоже обращаю на это особое внимание, потому что если внутри рюкзака будут какие-то твердые вещи, например, термос, например, какая-то книга, а дно рюкзака будет однослойное, просто один слой ткани, то при соприкосновении с какой-то поверхностью вы рискуете просто порвать. У спины здесь есть отделение для ноутбука. Вот такой вот карманчик. По заявке производителя сюда должен помещаться ноутбук 15,6 дюйма. У меня ноутбук пятнашка. Вот такой. Посмотрим, как он сюда войдет. Оп!
входит идеально. Рюкзак Step-Out 22 из новой коллекции, и его цена на сегодняшний день 5709 рублей. Это достаточно много, но если учесть то, что он прослужит не менее 5 лет, она полностью оправдывается. Приходите в торговый центр Горки Молл, магазин Кант, выбирайте рюкзаки, которые будут вас радовать долго.